конечно, сравнивать не, не смогу, но у нас школы, они были все очень послевоенные, тяжелые года построенные, так что они не всеми удобствами, а эта школа действительно является как показателем. Спорт за главное. Душевые, библиотека, музей. Все очень красиво, нам очень нравится. Всегда открытие домов образовательных или храмов образовательных, школ, это всегда, знаете, я к этому отношусь тоже, как вот, может быть, по долгу службы, трепетно. И рад за жителей села, то, что они заполучили такое отремонтированное, капитально отремонтированное, красивее, светлое здание. И молодцы, то, что они такую работу выполняют. И не только в плане патриотизма, но и в плане будущего. А школа – это будущее. Поэтому молодцы. Сельские местности, школы – это и есть непосредственно центр культуры, центр сегодняшнего и будущего дня. И поэтому мы благодарны за ту помощь, которую фонд в лице непосредственно Рахимова оказала нам в обновлении нашей школы, вдохнула вторую жизнь нашему селу. И мы надеемся, что те средства, которые вложены здесь, мы сумеем сохранить, передать все это молодому поколению. Если есть школа, значит, есть деревня. Если есть школа, значит, есть жизнь. Жизнь продолжается. Я думаю, это стимул будет и для молодых. Как без школы? Как без клуба? Я так думаю. Многие считают, что это уже не актуально, это не нужно. И я так не считаю. Здорово, что вот сегодня вот здесь, у меня на родине, в Мекинском районе. Я сам недалеко отсюда живу. Я знаю, с детства знаю эту деревню. Я рад, то, что здесь школа обновлена и в таком состоянии находится. Нашему земляку-односельчанину, командиру 294-го кавалерийского полка 112-й башкирской кавалерийской дивизии майору Асылгараю Нафикову.